Доброго утра, друзья. Не бывать моим матиолам у сельчанки. И закрываю решеточкой. Вот, все закрыто. Но все равно павлинка перелетает, и она ее очень полюбила. Вот смотрите, вчера полила, сегодня утром просыпаюсь. Вот, съела всю, склевала просто. Ну где ее еще садить? Просто уже устала. И от этой павлиночки. Видите, как съела? Это она, это ее рук дело. А уже матиолочка вот какая большая была. Моя красивенькая. В прошлом году ели всю эту герань. Сейчас уже герань не едят, уже на матиолы перешли. Вынуждены были вчера с Геной перенести вот сюда эти вазончики. Потому что тоже выгребают, наверное, гуси там. А, перенесли сюда, и я там посадила. Потому что все выклевали, вот там выгребли просто. То я досадила цветочки, вот купила вчера, помните? Там тоже поставила. И очень у нас такой сильный ветер. Вчера этот вазончик я полила. Может быть, я его пока что уберу в тенечек хотя бы вот сюда, так немножечко. Может быть, слишком ему солнце печет. Ой, какой красивый. Какой хорошенький ты мой. Так, сейчас у нас был ночью дождь. Слава Богу, что был. Это очень хорошо. Полил мою клубничку. Мой огородик. И... иду показать, друзья, вам. Так, нужно включить, бо буду. Хочу налить курочкам воды. И у нас очень сильный ветер, видите? Ну, он теплый. Огород, я вижу с террасы, что мокрый такой, классный. Бассейник полный, шлепы мокрые на террасе стояли. Тут-то тоже эти досочки уберутся, все. Ух, солнце печет. Ух ты, смотрите, друзья, насколько он ровно стоит. Почему? Потому что в прошлом году было, что вот с одной стороны... никогда не было. Ой, какая чистая! Ой, какая красивая водичка ты моя! Так, уже нужно забрать и курочкам наливать. В прошлом году было вот так снизу, что белые полосы тебе было видно. А сейчас смотрите, как ровненько вода. Очень хорошо, что мы его перетянули. Да. Такая чистая, красивая. Теперь уже пускай нагревается. Вот так. За ночь налилась воды. За ночь, друзья. Вечером включили вот то и целую ночь было. Уже немножко выливается, видите? Ну, я сейчас уберу, потому что курам пойду наливать воду. И гусям холодненькую. Гляньте, кто к нам приехал. Да, он на руки, он курицу увидал, которая приехала. Хочет постирать коляску шлангом у нас. Да. Он маме даст там посидеть, постирать. А уже такой большой. Может быть, они мокрые, Катруся, потому что дождь посадила и все. Да. Ой, Ефрем. Маленький фермер. Это хочет курочки. Ко-ко-ко. Такой уже большой стал. А разговаривает уже как. Там Ефрем мороженое ест. Сейчас он скажет. Так, думает, куда бы. Так.
бассейн. Сейчас он будет там. Так, потихоньку, потихоньку. Я выпекаю, друзья, тортик, бисквиты. Остужаю на решетках. Это с орехами бисквит. Это такой классический шоколадный, тоже с орехами. Или это с маком, наверное, да. И буду делать тортик завтра на свадьбу. Все, друзья, приготовила я колбасочку с морозилки. Смотрите, какая классненькая. Еще горячая. Там Гена TikTok Live сейчас ведет. Вот на... И Ефремчик у нас. Топики, уже мы идем на огород. На пергаменте. Так классно, смотрите. Как чистенько. Идем, Ефремчик, идем, наш малый мальчик. Кубасю будешь? Нет. Приедут дети. Марика, Эдик и Мирослава. Я приготовила супчик уже из лапшой. Заказали. Сейчас покажу. Сказал Гена, что мало. Мало лапши. Мало макаронов. Вот. Не зажаривая, друзья. Просто сливочное масло. И все специи, перчик, соль, чесночок. Косточка с поросеночка. Вот так. А сейчас... А, и тут еще испекла тортик. Там еще есть... Это пока так в кольце собрал. Просто кольцо одела. Вот, вот так. И идем с Катрусей сапать огород. Такие, друзья, у нас ветер. А мы с Ефремчиком идем, да, Ефремчик? Кто-кто, Ефремчик? Куита. Молодец, молодец. Куита, курица, да, курочка. Ко-ко-ко, курочка, ко-ко-ко-ко-ко. Ой-ой-ой-ой. А шлепики как взрослого. Само бывает. Куита. Ой, тыкань-тыкань-тыкань. Давай ручку. Куита. Курица, да? А где куита? За корчик заховалась там. Нема? Такой уже большой. Супчик уже ел. Что еще ел? Гречку ел с мясом. Там уже колбаска испеклась, пока колбаски не хочет. Только супчик ел. Курочка? Да, она курица. Так интересно разговаривает. Малявка ты малая. Марийка сейчас приедет. 100 тысяч лайков, друзья, на TikTok. Это малинка. Ой, смотри, Ефремчик, так курица накакала, чтобы ты не вступил. Все? Идем в огородик сюда. А, он туда ведет. У меня курица там, да. Подожди, я поставлю водичку и покажу тебе курочку. Да, тип-тип. Тип-тип. Ефремчик, а у ножки козлик? Козлик, Ефремчик, сюда. Смотри. Ефремчик, козлик. Козлик. Кажи козлик. Козлик. Да, козик. 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 Козлик. Молодец. Пошли посмотрим курочку. Собака. Павлинчик кричит. Павлинчик. Смотри, он, бачишь, Ефремчик, как? Бека. Бека. Синьки, не ступай. Вот так, вот так, вот так. Вот так. Так. Заходь. Ты заходь. Заходь до курочки. Боится. Окей. Собачка там. Футболку уже вымазал в суп. Ничего. Я взяла две запасы. Как? Да, он не хочет уходить, прыгает. Ко-ко-ко. Ну, пошли со мной. Пошли, если я первая, может быть, зайду, то зайдет. Пошли, Ефремчик, заходи. Заходи, лапуля. Заходи. Представьте, он не боится, друзья, собак. Рекс, скажи, Рекс.
Рекс. Кажи Ванда. Вада. Вандочка, Вандулечка, это же... Вандочка, это же Ефремчик пришел. Ефремчик, кажи Рекс. Павлин. Павлин? Павлин сказал, представляете? Да, павлинчик, друзья, Ефремчик. А. Павлин. Петин, павлин. А Ванда, где Ванда? Катрусь говорит, павлин. Петин. На, петин. Да, на павлина петин. Вот то мальчик у нас. Курочка, ко-ко-ко. Ванда, Ванда, да. Ванда, Рекс. Вода. И Рекс. Ефремчик, Рекс. Все. Так разговаривает. А Вавки дерет, как тетя. Ой, курочка, не бойся, ты со мной. Ты со мной. Курочка. Я, он тут жив. Угу, угу. Воду здесь бы он хозяйничал бы. Рекс даже не гавкает, что ты зашла. Интересный кумир. Угу. Лаванда? Де Рекс? Рекс. Вада. Вада. Вада, Ванда. Вада. Вада. Ой, Ефремчик идет просто по полю, по траве не хочет идти. Хочем показать клубничку ему, чтобы кушал. Вот огурчики, малявки мои. Пекина, говорит, на клубнику пекина. Майорчики красивые. Чтобы знал, что клубника не в магазине растет. О, клубничка, Ефремчик. О, Ефремчик, дивись. Бери, на. Бери клубничку. Ну, так, давай. Бери. Отрывай. Так, о, молодец! Гамай клубничку, гам. Где ж клубничку? Бери пекину. Дай на пекину. Мама. Бери пекину. Дивись, мама їсть, бачиш? Бери пекину. Открывай дверцы, открывай. Вот шлепы уже лежат. Открывать, открывать. Вот так, Ефремчик, доверху. Вот так. Вот так. Так, он... Хочет сапать, друзья. Снял шлепы. Ему нужно чувствовать ногами землю. Ой, курица. Ну, не бойся. Вот место его там он не захотел сидеть. Иду взять ему сапочку. Сапочку иду взять. Ефремчик, а может быть эту? Ой, маленькая такая. Ходи. На. Но он их не хочет, друзья. Вот эту он не хочет. Он хочет вот эту. Да. Давай, выходи, выходи. Выходи. Ай-яй-яй, осторожно. Там, во, фермер. Фермер, боже мой. Давай, давай, тетя занесет тебе туда. Стой, стой, стой. Вот так, смотри. Молодец, Ефремчик, как сапает. Ай, ты моя хозяюшка маленькая. Ой, как помогает он нам, лишь бы помидоры не поломал. Ой. Ефремчик, помидорки нельзя, только землю, да? Вот так, вот так. Жопа в песке, потому что уже сидел тут. Ай-яй-яй-яй. Вот, Ефрем, осторожно ножку. У него есть сапка, та, что я подарила. Там тачка, сапка есть, грабельки. Да, что-то приседает. Вот так, вот так. Молодец, Ефремчик, сапай, сапай. Катруся, сапку до нас надо, потому что это опасное. Да, это опасное для него, нужно стоять, смотреть. А то специально у него есть детская. Пускай у нас тут будет для него, потому что там он в доме где. Все, посапал, Ефремчик? Курица, да?
дитю 2 года, уже сапает. Все, друзья, посапали. Смотрите, редисочка взошла. Клубничка. Мяты я нарвала целую кучу. Буду делать подушку, как мне писали. Так. Вот помидорчики уже чистые. Ефрем помог нам. Вот Ефремово место. Шлепки. Картошку тоже уже подгорнули. Так что, ой, на огороде уже у нас все замечательно. Ой, мамочки, куда же вылез Гена? Вау. Все, Катрусь, закрывай. Русенькие. Уленьки. А где хлопцы? А нету детей? Может быть, в хате? Осторожно, Ген. Трухлячие, да? Одна сторона трухла, одна сторона трухла тільки тут зверху. Ага. Та сторона така нормальна. Мені треба оцими такими кусками посівати, бачите? Опа. Да, бо якщо великі упаде. Да, чтобы на забор не упала, не сломала. Ух. Все, уже посыпали огород. Выбрали клубнику, сварила суп, испекла колбасу и что? И испекла торт. Но еще не делала. Опа. Ага. А потом уже можно полыть. Да. Он хочет уголки подрезать кусочками маленькими, чтобы не поломать забор. Такое большое. Такие орешки уже у нас красивые, большие. Гена сажал. Красота. Отработали, да, Яков? Яков, когда ехать домой, всегда очень хочет кушать. Суп не хочет. Уже и кушал, да, колбасу. Захотел хлеба с вареньем. Скибка такая смачная, да, Яков? У него уже выпал один зубчик. А Ефрем уже говорит только что. Ефремчик, куда ты едешь? Где ты есть? Каже, едемо додо. Каже, Ефремчик, едемо додо. Молодец, лапулька маленькая, молодец. Топики, покажи свои шлепики. Ой, какие шлепики, Ефрема. Пылесос падает, там. Так что, сейчас приезжают дети, уже приедут. Гномик какой-то у нас такой сонный, что-то. Миксер еще не убираю, потому что буду торт делать. Он пока остывает. Уже полдня оставать. Но оно хорошо, когда бисквиты постоят. Вот так. Гена там разрезает дерево. Дай бог, чтобы все было хорошо. Вот так. Пошли. Яков остается. Скажи, Яков, пошли. Как он разговаривает уже? Яков, пошли. Едемо додо. Аккуратненько, аккуратненько. Давай я помогу. Давай ручку, давай. А то коровка, кажи, му. Жук. Жук, Ефремчик. О, пошли сюда, давай ручку. Давай сюда. Ой-ой-ой. Нету жука, все. Нема? Нема? Нема. Нема, все.
кто-то заметит. Нема. Вот мои пионки расцвели. А, это они с этих пионов будут. Уже Ефремчик хочет спадки. Едемо додому, каже. Вот эта коляска высушилась, чистенькая уже в катрусе. Машина! Машина! Так разговаривает уже. Пионка моя вот такая, а та пышная. Ой, какой ветер. А? Ага, давай. Сейчас подъедут. Приехали мои деточки. Наши. Я же стою здесь полчаса, чтобы ему показать. Кричу ему, он не слышит, дружба работает. Смотрите, какой красивый мне привезли дети. Просто купица такая классная. Это его нужно подвешивать, потому что если... Ген, глянь, какая красота! А нет, он... Ой, иду кормить своих детей. Все, приехали и уехали дети. Ну, они уехали помогать там, для невесты помогать на свадьбу. Я все путаю, думала, сегодня пятница, сегодня четверг у нас, а завтра пятница. Ой, как красиво утих ветер, смотрите. Поле, там кукуруза. И вот моя красота. Так красивенько. Такие хорошенькие, такой большущий. Ой, какой большой. Он должен весь висеть, потому что вот уже цветочки идут ниже этого, ниже горшка, видите? И если его ставить, то эти цветочки будут лежать. Так, и это нехорошо. То пускай висит здесь. Будем наблюдать за ним, чтобы он... Хорошенько здесь ему было. Красота такая. Иду сейчас, друзья, просто лягу на свою лежаночку там, на той стороне дома. Просто хочу немножко отдохнуть. Сегодня очень уставшая. Много чего сделала. Тортик не собрала. Ну, наверное, уже завтра с новыми силами, потому что уставшая. Вот так. Будет жить этот букетик у нас. Такой хороший, такой красивый.